Друзья, приветствую вас у себя на канале. Спасибо, что заходите ко мне на канал. И сегодняшнее видео будет распаковка потерянных посылок. Все по 25 центов. У меня где-то куплено, по-моему, 21 изделие. Я за все заплатила $5.41. Что еще? Я посчитала, какая цена была потрачена, какие убытки, несколько продукции, которые никуда не применятся. Ну, в общем, поехали. Давайте, чем разглагольствовать, лучше, по сути, начнем работать. Да? Работаем, ребята. Вот такой вот календарь. Вот календарь. Да, 1000 мест. Да, что ты должен увидеть, прежде чем уйти из жизни. Это наша тема, ребята. Мы, конечно, не хотим уйти из жизни, да, но мы хотим много увидеть в этой жизни с мужем. И поэтому мы же вот когда писали видео, что мы хотим переехать в Казахстан, это для того, чтобы у нас была возможность увидеть больше мест. Ну, вот так мы посчитали. Посмотрим, как этот план у нас работает. Ну, давайте вернемся сюда. Вот. Здесь, конечно, календарь старинный, на 21 год. Да? Но сама тематика офигенная. У нас свало много планов, да? Но, может быть, мы что-то упускаем, мы же не все знаем, да? Может быть, здесь мы найдем много ценной информации для нас. И поэтому я здесь даже не смотрю, сколько это стоит, потому что, ну, для меня это бесценно, а потом и этому цены нет, потому что это на 21 год. А сейчас, на минуточку, 23 год уже наступает, правильно же, да? Но для нас это очень важная информация. Я думаю, что здесь будет очень красиво. Хотите, я открою? О май гад, да, вот. Давайте откроем. Я потому что готовилась как к видео и не стала открывать. Любопытство, конечно, меня раздирало. Я не знаю, что здесь. Ну, примерно представляю же, да? Вот. И давайте посмотрим, как это выглядит. Так. Что-то тут, ну, это просто картонка для того, чтобы она была более, ну, вот видите, да, что вот здесь есть. Ну, вообще, вот, давайте я вам поближе покажу. Я думаю, что мы что-то нашли очень ценное для нас с мужем. Ну, допустим, это пирамиды, да? Это мы все знаем, да? Но что-то же мы не знаем, правильно же, да? Так что это просто вот, ну, для нас просто писк был. Я когда зашла в машину и показываю мужу, он просто говорит: «Молодец!» Вот. Ну, это прямо наша история, да? Прямо про нас это. Теперь вот следующее. Шарики. Вот эти шарики. Я искала в интернете, на Амазоне. В общем, здесь 20 штук. Они с этими, с героями. На них вот герои вот этих вот. Супергерои. Примерно такая тематика есть. В общем, $7 минимальная цена. Там 40 штук, что ли. Я беру, раз у меня здесь 20 штук, я беру меньше половины, $3, и ставлю $3 на прибыль. Ну, они хорошего качества. Видите, вот когда есть вот эта штучка, это очень хорошее качество. А иногда вот она просто идет шарик, и вот отсюда начинается. Это как бы так себе. А вот эти хорошие шарики, ну, нормальные шарики, за $3 мы ставим им цену. Так, теперь крышки. Вот смотрите, вот эти крышки. Я как женщина с того... Со своей той историей. Здесь американские женщины мало этим занимаются.
А я люблю эти баночки. Я сохраняю баночки, но иногда крышки теряются. Вот, вот смотрите, вот эти крышки идеальные. Есть, у меня есть похожие крышки на маленькие баночки с узким горлышком. А это вот такая на среднюю баночку с большим горлышком. В общем, кайфово. И это цена за 5 штук 16,99. Я ставлю прибыль $16. Прям это то, что мне надо. Так, следующее у нас туалетный клапан. Где вот он? Вот он, туалетный клапан. Я, правда, его открыла. Я когда покупала, я здесь прочитала. Я вот здесь прочитала, что это для туалета. Вот. Клапан или заслонка. Я вот не знаю. Я нашла это в английской интерпретации, да? Я не знаю, как это называется у нас. Ну, вы поймете, наверное, сейчас, вот когда я покажу, вот как она так работает. Вот их две штуки. И вот они обе вот с такими штуками. Ну, в общем, я не знаю, сколько это стоит в наших краях. Здесь стоит минимальная цена 9,99. Ну, я поставила $9 прибыль нам. Вот она в этой упаковке. 25 центов. Дальше. Дальше у нас идет декорация для Рождества на дерево. Это вот такие декорации. $25. Давайте открою их. Вот. Сейчас. Боже мой. Да. Надо, наверное, еще очки. 33 очков. Вот. Это вот так вот, а вот тут зацепляешь. Ой-ой-ой. Оно, знаешь, да, знаете, зрение хорошее еще раз, а еще волнуешься на камеру, это два, и получается, как получается. Вот так вот это вешается на дерево. Вот. И таких у нас здесь три штучки. Три штучки. И мы там уже украсили на Рождество, перед Новым годом, как бы это все же вместе. И, ну, мы это еще довешаем. Просто мы хотели уже повешать, но ждали, когда я запишу видео. И это цена 4,96, минимальная цена. Я ставлю $4 прибыль. Хотя, получается, там если по копейкам чуть больше. Ну, мы же не будем мелочиться, ребята. Мы же такие щедрые. Мы же это все купили за $5.41. И дальше у нас что идет? Перчатки. Вот смотрите, вот эти перчатки. Я их купила с радостью. Я думала, это перчатки, как это называется? Купаться для душа, да? Ну, я не знаю, я не уверена. Давайте вот. Я их искала в этом, как его, в Амазоне, не могла найти. Ну, в общем, показываю. Вот так вот она выглядит. Вот. Ну, такая. Обычная, я не знаю, для купания не годится. И вот тут вот шершавая. Написано фирма Zina. Z-E-E-N-A. Даже не знаю, предположение какое. Не знаю. Напишите. И я, в общем, это никуда не считала. Даже не знаю, для чего. В общем, цены нет. И напишите, если куда-то можно использовать. Ну, а если нет, просто выкинем. И ничего страшного. В общем, у меня вот здесь... Вот это у меня все мои подсчеты арифметические. И вот то, что вот в таких вот кружочках, это означает, что здесь оно бесценное, так сказать. Которое вот нету практического применения. И ну вот такое вот. А мячик для ручек. Вот она вот так вот лежала. Я его схватила. А почему? Потому что, объясняю, да? Вообще, это, конечно, для маленьких детишек, да? Но вы знаете, у меня нет, как сказать, я не спортивная, да? И никогда не была. И я думаю, что вот она вот такая мягенькая. Ну, как сказать, все равно усилия надо применять. Я думаю, что это будет моя игрушка, да? И я вот прямо вот
Ну, мне нравится, я прям кайфую. Давно мне охота было купить, я иногда смотрела, вот у людей есть. Ну, вы знаете, да, специально идти покупать, заказывать. Каждый раз же не помнишь об этом. Ну, в общем, вот к случаю пришлось, я купила, и цена у этих ручек, ой, мячиков для ручек 8,99 за 4 штуки. То есть у меня одна штука, это где-то 2 доллара с копейками. Ну, в общем, я пишу 2 доллара прибыль. Вот это 2 доллара для меня. Попыт. Вот такой попыт. Попыт. Самый дешевый на Амазоне 6,99 за 4 штуки. Да, у меня раз одна штука. Я пишу, что $1.75 за одну. Ну и ставлю $1.50 прибыль. Это вот такой обыкновенный вот попыт. Вот так. Попыт. Так, дальше. Переходим. Номер 9. Спиннер. Это, я думаю, перевод спиннер. Я не знаю, как это в наших краях зовется. Давайте я открыть, что ли, или не буду открывать. Не буду открывать. Вот это вот, вот такая штука. Это вот такая штука. И я думаю, что я правильно нашла. И у нее цена самая дешевая 7,98. Я ставлю $7.50 прибыль. Я думаю, всегда найдется, кому подарить такую штучку. Ребятишек у нас полно вокруг. Вот. Следующее у нас, что у нас идет? Игрушка из дерева. Игрушка из дерева, вот она. Я ее открыла, потому что я вообще не понимала, что это такое. Я когда ее покупала, не понимала, что... И если честно, я и сейчас не понимаю. Здесь такая головоломка. Она была вот в этой упакована. Вот в такой упакована. Вот что-то у меня там летит. Ага, я поняла, что... Это вот такая штучка улетела. Сейчас я вам покажу. Вот, вот так вот. Раз, два, три, четыре. 12 таких штучек. Вот. Сейчас я их выкину сюда в мешочек. И мы с вами их раскроем. И вот так вот открывается. Вот. Да какая-то игра для детей. Не знаю, для какого возраста, да? Вот. И этих пластинок... Этих пласт... Я думаю, типа лото, что ли, детского, да, такого вот. Теперь этих пластинок у нас 4. Раз. 5. 5 таких пластинок. 5 таких пластинок. И, в общем, потом вот это закрывается. И сверху вот этими, когда как лото, не знаю, подскажите. Ну, в общем, я поставила $5. Может, думаю, кому из ребятишек будет интересно. В общем, я поставила $5. Можно и вычеркнуть вообще-то. Давайте вычеркнем. Что-то я вообще не понимаю, что с этим делать. Честно, не понимаю. Вот, примерно нашла, но, в общем, вычеркну это. Хорошо. Вообще не понимаю. Я, честно, думала, что это для кухни, это что-то... В общем, фантазии мои, да. Теперь следующее. Топ. Топ для женщины. Для меня, то бишь. Вот так вот он выглядит, этот топ. Вот. Вот так вот он выглядит. Материал вот такой. Фирма New Day. Производство, как это называется, Индонезия. Вы знаете, я смотрела, в общем, здесь 60% хлопок и 40% полиэстер. Я думаю, на лето, в домашних условиях, в релаксе, мне это очень-очень понравится. Такая нормальная кофточка. Я поставила ее $16.
Не знаю, что-то я, наверное, завысила. Давайте ее уменьшим, наверное, да? Давайте я... Где у меня ручка есть? Вот у меня ручка. Я оттуда отниму $16. Минус... Так, не 16, отниму $10. Оставим $6 за эту кофточку. И там еще мы хотели отнять. Что мы хотели отнять? Еще $5 за вот ту игрушку, вот эту деревянную. В общем, $15 минус. Так, что у нас еще идет? Щетка для очистки дома. Вот. Я знала, когда я ее покупала, здесь прямо вот так и написано. Вот. Вот здесь прямо и написано, что это щетка для очистки дома, да? Но я ее потрогала, я и не могла предположить, что такое. В общем, я ее вот, когда готовилась к видео, я отрезала этот мешочек, и вышла оттуда вот такая щетка. Я не знаю, в этом, в Амазоне я не нашла, что это за щетка. Я предполагаю, что это какие-то щели чистить, да? Может быть, и неплохая штука, не знаю. В общем, я ей поставила... Я думаю, что в хозяйстве она по-любому пригодится. Я хозяйственная женщина. Может, кто знает меня ранешнюю, скажет неправда. Это правда. Я стала хозяйственной женщиной в Америке. И цена... Я поставила ей цену $3. И $3 поставила в прибыль. Ну, потому что она все равно для меня пригодится. Угу. Вот так вот. Она новенькая. Такая вот. Пихать куда-то чего-то. Так, теперь защита для зубов. Вот. Вот такая защита для зубов. Видно же, да? Вот она вот. Защита для зубов. Фирма Опра. Вот. Это бронзовая. Молодежь. В общем, я точно такую нашла в Amazon. И это действительно для юношей. И цена у нее вот такая же фирма, все-все то же самое, цена 9,99. Я поставила $9 в прибыль. И еще знаете, что я посчитала, правильно или нет, 25 центов в России это 15 рублей, а у нас в Казахстане где-то это 120 тенге. Ну, то есть вот эта каждая моя покупка стоит вот 120 тенге. Не знаю. Так. Переходим дальше. Вот этот кейс. Это кейс для наушников. Для наушников iPads 3. И цена у нее вот так вот. Вот он, такой наушник. Вот прямо точно такой. Вот, вот точно такой наушник есть в этом, в Амазоне. И цена у нее 7,99. Я ставлю $7 прибыль. Вот. Украшение из дерева. Вот. Кто знает или кто не знает, в общем, в Америке. И я вообще люблю все праздники. И День независимости мы любим отмечать всей семьей, мы с мужем в том числе. И это вот на праздничные... Украшения, я не знаю, как это еще я не доставала. Я просто примерно посмотрела в интернете. И цена таких 6,99 за две штуки, да? А, это не две штуки, это одна штука. Господи, что-то я нагнала, ребята. А, нет. А, вот как она делается. О, она одна. Классная такая. В общем, я нашла цена за две коротеньких таких штучек, да. Они из чистого дерева, вот. И без вот таких висючек 4,99. И я поставила... Ну, это, короче, 6,99. Я поставила $6 прибыль. Это по-любому не дешевая штука, потому что это дерево, вот. И мы любим такие украшения. Вот так вот. Ну, $6. Вот. Классные. А я не открывала, я не могла понять. Я думала, это раз две такие штучки. Я думала, это две такие.
А там есть покороче. Давайте я $3 поставлю, раз это одна штука. Так, еще минус $3. Так, видите, все проясняется по ходу. Так, теперь дальше. Вот такой флажок. Ну, оно вот так было в упаковке. Смотрите, это Истер, да, это Пасха. Пасхальная штука. Мы, у нас такие флаги есть. У нас на входе есть такой металлический флаг. Сейчас ночью я не могу вам показать. Вот кто видел видео, где я показываю... Видео показываю, как асфальт прокладывают у нас в нашем RV. И там вот видно наш флаг. Это вот так вот продевается. Там такая металлическая конструкция легенькая. Она в землю вбивается. И вот тут она продевается. Вот. И она, короче, вот так вот висит. Вот так вот она висит. Вот она и с той стороны такая, и с этой стороны такая. У нас есть полный комплект всех праздников вот этих флагов. Но видите, здесь welcome написано. С другой стороны, знаете, такой материал. Вот у нас такой материал, у нас как-то нейлон, что ли, нам. Вот мы купили, когда полный комплект всех праздников. А здесь как вот, как полотенчика. Я думаю, если нам не понравится его вывешивать как флажок, я буду ставить вот сюда. У меня муж, когда любит посуду мыть, я не люблю посуду мыть. Я вот использую, у меня он сейчас тарахтит этот, посудомойка, да. А вот она, кстати, вот здесь под вот этим находится, под этим айлендом. И он, когда моет посуду, ему нужно вот это все себе тут подкладывать, полотенчики. Если это нам не понравится как флажок на улицу для украшения, то... мы это будем использовать как полотенчика. И я ставлю цену $4. Вот. Я нашла минимальную цену таким флагом тематическим 4,99. И $4 я ставлю за вот этот флаг. Дело в том, что вот есть флаги чисто welcome, но без вот этого, вот, допустим, без тематики, они дорогие. Мы покупали отдельно welcome, у нас где-то 7 или $8 вышла одна штучка. А и вот из такого же материала. Это хороший материал. Ну, вот это тематическое. Посмотрим. Понравится, значит, вывесим. А не понравится, значит, муж мой будет посуду мыть на ней. Тут меня парит. Он тут у меня выставляет целые вот такие вот. В общем, хороший у меня муж. Он мне помогает. Зря я вот так вот. Надо еще такого мужа поискать. Я вот долго искала, нашла. Вернее, он меня нашел. Так, силиконовая подставка. Это вообще смех. Вот она, силиконовая подставка. Когда я ее покупала, я видела. Вот. Кто из вас умеет читать? Вот тут вот написано. Вот. Я не могла предположить, что это такое. Ну, в общем, я разобралась. Вы знаете, что это такое? Сейчас я вам покажу. Она, конечно, такая приятненькая штучка. Я ее не открывала до конца. Вот она, очень приятная штучка. И вот тут вот, вот тут-то все и разбирается. Вот она размером на 64 унции бутылка. Это, знаете, 64 унции, это на 2-литровую бутылку. Вот те бутылки, которые я пью воду, таскаю с собой. Ну, это вот обычная бутылка, да? Ну, а есть такие вот бутылки металлические, да? Вот такие 2-литровые, они такие пошире. Это вот для нее подставка, чтобы вот... Потому что металлическая шумит. Ну, в общем, вот. Цена... Я не думаю, у меня когда-нибудь будет 2-литровая бутылка. Нужна она нам, не нужна, не нужна нам не такая. Не знаю. В общем, цена у нее 8,99. Я считаю, что это пролет 100%, потому что я не знаю, куда это применить. Вообще понятия не имею. Не знаю. Ничего не знаю. Еще тут дырочка эта. Но это там у них положено так делать. А... Может, кто-то что-то подскажет, для чего она нужна. В общем, этот у меня пункт
Вот он, 17-й пункт. Это тоже не идет никуда. Подсчет не идет. Изначально не шел. Теперь защита для телефонов. Вот, защита для телефонов. Точно такая. Точно такая. И тоже три штуки. Но это, видать, какие-то хорошенькие, да? И цена у нее 11,99. Ну, я ставлю $11 прибыль. И теперь еще. А вот такое, это было запаковано. Я открывала, потому что я смотрела, что это такое. Дальше, конечно, не открыла. Это тоже еще одна защитная пленка. Но это пленочка. То стекло, а это пленочка. Цена 5 штук. Я поставила доллар. Доллар. Вот. И еще что у нас тут есть? А, вот. Коврик для мышки от компьютера, для компьютера, да. Цена у нее 6,99, минимальная цена. Я плюсую $6. Вот такая. Это, наверное, маленького размера. Там и написано small, 6,99, самая дешевая. Ну, такая вот, такой коврик. И переходим к самому завершению. Там вот, когда там все это, короче, лежит, все это выбирает. Я смотрю, одна женщина крутит в руках. И мы с ней стоим и разговариваем, что это такое. И ни она, ни я не понимаем, что такое. Единственное, я поняла, что здесь крепкий магнит. Вот просто такой наикрепчайший магнит, потому что там какие-то штучки вот в этих коробах, что-то с металлом было, они были как прикрепились сюда, притянулись к магниту. Ну, в общем, уже в машине я разобрала, что здесь вот такая открывашка есть. Значит, следующая моя была идея, что это было что-то, утюг, какой-то пар, что-то такое. А потом вот здесь вот есть название фирмы. Вот. Вот здесь видно, нет? Joy Boss. Joy Boss. Именно такая фирма есть. И именно... Вот точно такая есть. Это, знаете что? Это мыть окна. Это мыть окна. Короче, сюда воду наливаешь с этим раствором. Сюда наливаешь. Цена у нее, знаете, да, 19,99. На сейле она сейчас. Вот. Она в Амазоне, ее нету. Она есть в отдельной, именно вот по этой фирме. На сейле именно вот это есть, чтобы вот чистка окон. Но я и мой муж, мы не можем понять, как это вообще открыть. Короче, я когда это все подсчитывала, у меня вышло $105. Но от $105 надо отнять еще 18, прибавить 6 и отнять 18. Получается 111 минус 18, это получается, ну, меньше $100, допустим, возьмем $90 возьмем, да, не считая вот этого, не считая силиконовой подставки, не считая этой перчатки и календаря. Общая цена вышла $90 в уменьшенном во всех вариантах. Вот такая была интересная наша попытка зайти в этот магазин. Этот магазин расположен в городе Трейси. Кто-то, если есть возможность, заезжайте, посмотрите. По субботам 25 центов. Я приехала уже к закрытию магазина. Там оставалось, в общем, пока там я зашла, у меня не было с собой сумки даже почему-то. И мне один дядечка дал один пакетик. И когда мы это там все выбирали себе, они в рупор все это говорили. Осталось 15 минут, осталось 20 минут. Короче, давайте быстрее шурудите. Ну, в общем, я вот что себе нашурудила. Вот, и я записала для вас это видео. Как вам это видео? Зашло, не зашло? Пишите ваши комментарии, ставьте ваши лайки.
Подписывайтесь. С любовью, ваша Найманка в USA. Пока-пока.